Затяжные дожди, которые шли в минувшие выходные, принесли весьма негативные последствия. Так, в селе Сидоровка накопившаяся во оврагах вода перелилась через дамбу и мощным потоком прошла через жилой сектор по улицам Рабочая, Степная и Курско-Пензенская. По предварительным данным, пострадали 40 приусадебных участков и 11 домовладений. Стоит отметить, что строительные работы по увеличению водопропускной способности местной дамбы уже стартовали. Для помощи жителям со вторника 25 июня начал работу волонтер штаб, формирующий заявки и оперативно отрабатывающий каждую просьбу. Сейчас 11 волонтеров, вчера было 13. Также мы ожидаем подъезда еще нескольких автомобилей. В том числе к нам должны подъехать гости из соседних районов, которые тоже откликнулись на призыв о помощи. Волонтеры отметили, что сельчане с радостью встречают их и благодарят за помощь. Мы помогаем чистить улицы и чистить дворы. Мы убираем мусор и помогаем, чем можем. Людям сейчас пришлось непросто, и им нужна какая-то опора, помощь, чтобы им стало легче. Мы сегодня чистим эту улицу и помогаем некоторым домам. Относим мусор вот, и делаем разные вещи. Также 26 июня в Сидоровку прибыла делегация из 15 волонтеров молодой гвардии из Самары. Сегодня мы окажем различную помощь, будем восстанавливать жилищные объекты, там, оказывать адресную помощь гражданам. Ну и какие задачи нам поставить, такие будем выполнять. По дороге у нас были некоторые проблемы, но на нашу просьбу о помощи откликнулся депутат губернской думы Михаил Андреевич Смирнов. Он предоставил нам транспорт, на котором мы успешно доехали. Кроме того, в среду специалисты начали процесс оформления компенсационных выплат жителям. Написать заявление, принести необходимый пакет документов и проконсультироваться сельчане могли в местном доме культуры. Для пострадавших предусмотрено 3 вида выплат. Первую они получат от регионального министерства социально-демографической и семейной политики. По 10 тысяч рублей будет выделено на каждого члена семьи для обеспечения предметами первой необходимости. Выплата такого же размера будет производиться и из муниципального бюджета. Заявление на нее принимают специалисты поселковой администрации. Третий вид компенсации в настоящее время обсуждается с правительством Самарской области.